А ты отсюда вообще или... Нет, из России. А, Россия, не Петербург. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Каким одним словом вы бы охарактеризовали Санкт-Петербург? Ну, не знаю, монументальный, наверное. А вы? Ой, тоже сложно сказать, но это что-то такое вот... Атмосферный. Атмосферный, точно. Красивый. Культурная столица. Культура тогда уже, да, наверное. А вы сами отсюда или по приезжей? Откуда вы? Челябинская область. Понравилось здесь? Очень. Любимый. Вы местная, наверное, да? Теперь да. Ну, живете, по крайней мере. Ну, не знаю, прекрасно. Спасибо. Искусство. Мосты, наверное, банально. О, семья, детишки, все, триггеры. А нет, все, не убегите. Так. Здравствуйте, можно вас одну минуточку? Не бойтесь, все хорошо. А вы сами местные отсюда, либо... Нет, из Кронштадта. А, отлично. Понравился Санкт-Петербург, или вы еще недолго? Понравился, не, мы давно тут уже. Тогда такой вопрос, каким одним словом вы охарактеризуете Санкт-Петербург? Чудесное место. Хотя бы первую букву назовите. Сейчас по буквам соберем. Арбуз. Ну, нет, нужно что-то более утонченное, изысканное. Финики. Финики. Наверное, я голоден уже просто. Финики уже лучше, уже ближе к сути. Ну вот, когда вам говорят, вот, Санкт-Петербург, что в голове всплывает сразу? Санкт-Петербург. Пусть просто будет банальный ответ – романтика. Прекрасно. Красивый город, очень красивый. Красота, наверное, да? Ну, тогда? Да. Ну, не в такую, конечно, погоду, но в общем и целом. Так, как вам тут работается? Не чувствуете ли вы, что ваша работа вас как-то сдерживает в каких-то рамках, может быть? Спасибо. Красивый, замечательный город. Интересный. Мосты. Да. Красота. Культура. Прекрасно. А за что вообще вам нравится он? Улица. А, ну, знаете, я тут родился, и просто атмосфера, вот это вот все. Погода. Ну, погода. Ну, на данный момент не очень погода. А так, в принципе, у погоды нет плохой. Ой, у природы нет плохой погоды, поэтому. Не любая погода нравится. Да. Как-то не холодно одето? Нет. Красота. Парадность. А вы сами отсюда, либо как туристы? Привет. Нравится вообще город или как? А чем он вообще нравится? Да всем. Погодой. Погода тоже нормальная. Да. Таксистами. На такси особо нет. Ладно. Не знаю. А ты отсюда вообще или... Нет, из России. А, Россия, не Петербург. Хорошо. А нравится вообще здесь тебе? Ну, как-то слабовато. Я думаю, там кареты будут с лошадями, а тут машины. Зачем мне эти машины? Ездил на машинах? Да. А на лошадях? Нет. А, прекрасно. А сани кто толкал? Лошадь. Вот, можно сказать, почти на лошади. Ой, давай тебе тогда еще последний вопрос задам. А в чем сила? Не знаю. Ну вот, смотри, вот. Что у тебя будет и что ты будешь думать, что ты вот сильный? Ну, не знаю. Сам вообще не знаю. Каша овсяная? Да. Как давно вы сидите в телевизоре? Спасибо. Прекраснейший, изумительнейший, родной город. А, вы отсюда, да? Да, мы отсюда. Вам нравится он. А вот за что он вообще вам нравится? Архитектура, люди, погода. Сама атмосфера. Да, 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 вот это именно эта погода. Можно выйти усталый в центр города и посмотреть на любое здание. И это будет превосходно. Ну, смотрите, это же прелесть какая-то. Необычные возможности. А вы сами какими судьбами здесь? С
студентки. Да, студентки. О, а где вы учитесь? Герцена. РГПУ Герцена. А это на кого? Психолог-педагог. О, прекрасно. Теперь у меня будут психологи. А вообще нравится город? Очень. Да. А за что? За то, что он необычно отличается от всех городов России. А во многих бывали городах? Ну, в каких-то бывали. Вот там можете посмотреть, по экрану будет Новосибирск и Мурманск. Оцените разницу. Город мечты. Холод, не знаю, может. Культурная столица. А вы сами отсюда, либо нет? Отсюда. Как, нравится город? Конечно. Во многих других бывали, там, за границей, да? Конечно. А за что вы так, вот, ну, за что вам нравится Санкт-Петербург? Как за что? За его дворцы, за его мосты, окружающая обстановка. За историю, да? Да. Клёво. Всё? А вы сами отсюда вообще? Полгода уже тут. А, учитесь, работаете? Работаю. Ну как, нравится город? Да, 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 да. Поэтому переехал. А чем вообще вот, ну, за что? За историю либо что? Просто вот идешь, хорошо, и да, красиво все. Мокро. Ну, мне нравится, прекрасно. А вы сами отсюда, либо нет? Нет, Карелия. Вологодская область. А долго здесь уже? 2 года. А, уже почти коренной житель. Да. А за что вам нравится? Много возможностей. Открытий. А вы здесь так, тоже давно? Возможности, открытия, да, 2 года. Как вы характеризуете Санкт-Петербург одним словом? Любовь моя. Ой, да. Ладно, вы так прекрасно выглядите, я хочу вас что-нибудь спросить еще. Вы откуда сами? Отсюда? Да. Нет, я не отсюда, я не с этой планеты. Нибиру? В других местах. А у вас год больше суток, либо нет? А у нас нет ни лет, ни годов, ни суток, ни веков. Ой, прекрасно. Люди не стареют. Ну, не слышали, что да. Тогда последний вам вопрос. В чем же сила? Сила? Да. В Боге. Спасибо. Прекрасно. Тогда еще последний вопрос. В чем же сила? В чем же сила, брат? Я не знаю, в красоте, наверное. В чем же сила? Сила в правде. Спасибо. Я тоже смотрел, брат. Сила в любви. В творчестве, в свободе слова. У нас его так много. Это... Не знаю, что сказать. В чем сила, брат? Сестра. Да, если быть точнее. Ну, давай, соберись. Можно есть слово, пожалуйста? Да давай, да скажи уже разом. Голуби. Семья. Вот, семья. Ты как герой фильма «Форсаж», наверное, да? Дизель. Спасибо. Представь, что ты на интервью, да? Да, да, да. Давай. Блин, вот позвали, да, недавно. Ты знаешь, я всегда мечтал. Сколько же ты зарабатываешь? Вот мы не будем спрашивать. Это вопрос, спроси. В чем сила? Мы с ним не с налоговой. Да, все хорошо. Наверное. Чем сила? Сила. Дальше будет уверенность. Вот я только хотел опередить. Я прям чувствую эту уверенность, да. Ну что ж, помогите своему компаньону. В чем сила? Да. В чем сила? В любви. Какой конь прекрасный. Да. На фоне любви. Пусть будет сила в любви, да. Спасибо. И вам. В правде. А в Эрмитаже, в истории, в архитектуре. А были в Эрмитаже с вами? Да. Как, понравилось? Да, понравилось. Какой вы там? Вот я не помню название, это было несколько лет назад, но мне очень понравилось. Сейчас пойдем еще раз. Сейчас еще раз пойдем? Да. Все, QR-код есть? Ну, отлично. А в чем же сила у вас? Все, что в красоте. Сила в правде. В правде. Живите по правде. В Петербурге. Сила в красоте. Прекрасно. А может, по подругу вашу попросим еще немножечко? Здравствуйте. Здравствуйте. Сила в искусстве. Что пьете? Кофе. Вкусно? Замечательно. Прекрасно. В правде. Брат. Сестра. В любви. В понимании. В гневе.
Спасибо. Сила в правде. В любви. В родителях. В семье. В доброте. В этом видео мы прикоснулись к такому прекрасному городу Санкт-Петербургу. Хотя все города прекрасны. Я думаю, где живем, там и хорошо. Жаль, конечно, что никто не ответил про силу в ньютонах или хотя бы силу тока в амперах. Но мы сюда еще вернемся. Спасибо.